Здравствуйте, вы на канале Шокирующие Вести. Актер из Игры Престолов разыграл подругу отрубленной головой. Кит Харрингтон появился в эфире шоу Джонатан Росс и рассказал о курьезном случае с розыгрышем своей невесты Роуз Лесли. Он признался, что как-то решил пошутить над ней и оставил в холодильнике свою отрубленную голову. Видео было опубликовано на YouTube-канале передачи. В ролике показано, как девушка открывает холодильник и, видя голову, начинает кричать и падать на пол от шока. Харрингтон признался, что его затея с розыгрышем оказалась неудачной, поскольку довел девушку до слез. В итоге он решил загладить свою вину и сделал Роуз Лесли предложение. А на этом все, с вами был канал Шокирующие Вести, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии по поводу происходящего.